Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 85. Хочешь ли быть здоров? Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6 стих. Самое ужасное у некоторых необращенных людей – то, что они не хотят исцелиться. «О, скажете вы, мы искренне желаем быть спасенными». Я не верю этому. Что вы подразумеваете под спасением? Спасение от ада? Этого, конечно, каждый хочет. Вы видели когда-нибудь вора, не желающегося спастись от ареста и тюрьмы? Но мы, говоря о спасении, имеем в виду спасение от привычки совершать несправедливость, спасение от власти зла, от любви ко греху, совершение злодеяний, нахождение радости в прегрешениях. Хочешь ли ты действительно спастись от приятных и прибыльных грехов? Найди пьяницу, который искренне молится об освобождении от пьянства. Покажи мне нецеломудренного человека, серьезно желающего стать чистым душой. Найди мне постоянно лгущего человека, жаждущего говорить правду. Приведи мне человека, который был эгоистом и поэтому в душе ненавидит сам себя и хочет стать похожим на Христа. В таких случаях битва уже наполовину выиграна. Первый шаг уже сделан. Я думаю о человеке, который хочет измениться, исправиться и не в состоянии сделать это своими силами. Я имею в виду человека, молящегося. Мое сердце словно камень. Я хочу любить Христа, но чувствую, что прикован цепями к миру. Я хочу быть чистым, но грех одолевает меня и увлекает меня за собой. К таким людям Евангелие приходит с силой приказа. Мой друг, хочешь ли ты быть здоровым? Тогда это возможно. Хочешь ли ты спастись от греха? Ты можешь спастись. Верь в Господа Иисуса Христа и будешь спасен. Он пришел к вам, нуждающимся в Нем, к вам, грешникам, к вам, имеющим сухие руки.